памятник внесен в реестр памятников, охраняемых государством, по постановлению парламента. Соответственно, муниципальный совет не вправе распоряжаться памятником, не вправе решать, переносить его, сносить, что-либо с ним делать без одобрения, точнее, без решения парламента. То есть парламент сам должен решить судьбу памятника. Муниципальный совет в данном случае вмешивается не в свою компетенцию, и муниципальный совет превышает все нормы, которые есть у нас в законодательстве. И основываясь на законодательстве молдавском, мы уверены, что Молодая Молдова, организация общественная Молдова Тенера, она выиграет это дело. И тот факт, что сегодня не пришел представитель муниципального совета, представитель премьерии, свидетельствует о том, что им нечего сказать. Здесь очень четко и ясно, потому что по другим делам представитель пресса видела был, а по этому делу его не было, потому что им нечего сказать. Но затягивать все время этот вопрос нельзя будет, и мы будем уже рассматривать без ответчика, без премьерии.